Начинать свое дело можно. В моем личном примере, вот я начала, допустим, мне было 50 лет. Я думала, это поздно. На самом деле, оказывается, ничего не поздно. Я получила сообщение, что вот в ДКБ проводится обучение, бизнес-бастау. С удовольствием туда зарегистрировалась. Прошла двухнедельное обучение, и нас обучали всему. И одним из пунктов было составление бизнес-плана будущего своего проекта. Соответственно, составила бизнес-план. Презентация состоялась очень успешно, получила сертификат. Потом подала заявку на льготное кредитование. На полученные деньги я закупила оборудование, организовала кабинет. И вот с тех пор, вот уже полтора года, мы успешно работаем. Главное знать, что хочешь, знать, каких ты целей хочешь достичь и делать какие-то движения.